Трехцветную мамашку привезли из Темникова в Мурдом летом. В приюте очень ласковая и контактная урчащая кошечка сделала большое доброе дело. В то время на попечении волонтеров оказались подсосные котята-сиротки. Их подложили мамашке, у которой как раз было молоко. Больше месяца она выкармливала приемных деток. Когда котята подросли, кошку переселили в вольер к взрослым животным. Она очень сильно тянется к человеку. И у нее есть одна особенность. У нее нет хвоста. И мы сначала подумали, что, может быть, это связано с тем, что, там, возможно, собака, да, ее травмировала. Но потом волонтеры начали нам писать о том, что в той же местности, откуда ее забирали, были найдены еще такие кошки и даже котенок. И, скорее всего, здесь имеет место человеческая жестокость. Их там кто-то намеренно калечит. Отсутствие хвоста кошки никак не мешает. Мамашка подойдет в семью с детьми, в том числе и маленькими. Она очень общительная, любит ласку и внимание, обожает, когда ее чешут за ушком. Еще один котик Лева приехал в Мурдом из Арзамаса. Там он жил на улице и питался хлебом. Леву спасли местные волонтеры и попросили пристроить его в саровский приют. Здесь у нас Лева очень хорошо уживается с другими котиками. Он идет на контакт, но тоже очень ласковый, очень хороший. Он с удовольствием играет с детьми и тоже подойдет в семью, где есть маленькие ребята и есть ребята постарше, потому что он не кусается в игре, он не царапает, то есть кот мега ласковый, такой мега мягкий, скажем так. И мамашка, и Лёва очень ждут, когда за ними приедут и заберут в любящую семью. По всем вопросам, связанным с пристройством котов, обращайтесь к волонтерам по телефону +7 908 762 09 51.